где? Ну я понял. Где сейчас? Да иди нахуй. Йоу, это кто? На работу, бля, понял. Не работаю за зарплату. Развожу малых. Скоро гребаный альбом. А, свою. Ой, ладно, на перископ не надо. Бля, снесу подай. Короче, что с альбомом? Альбом. Я не знаю. Я думаю. Либо я сейчас готов, как бы, сейчас готово 8 сраных треков. Вот. А 2 не получается, потому что человек один улетает, и все. Ну, либо я выпущу так, либо я дождусь, так как бы в ноябре его выпущу. Но я думаю, что я 8 выпущу, там обложка, вся херня еще, обдумывать надо всю концепцию. Че тебе надо? Ну вот, и, не знаю, может, в октябре. Sweet Sultan, да. Я не видел просто, я отвечаю на вопрос людям, ну чё. Короче, ну, блин, я не знаю, но я думаю, я проинформирую, как только выпущу. Давай, блядь, на блок подлетай, слышишь, Даниил? Завтра, да, погнали. Да я даже сегодня могу. Приезжайте. Мне похуй. А чё по сучкам? Чагу. Забирайте меня. Ну сейчас я еду на Синую. Ну вот. Чё по сучкам, слышишь, Даня? Это необходимо. Да иди ты нахер, слышь. Катрек с типом Лондона. С ним альбом выходит, блядь, сентябрь-ноябрь, короче. Ну, блядь, ну не успеваем, заебали. Как всегда, понимаете, это творческий процесс. Нельзя все делать на отъебись, как трэпа, допустим, делал. Но я так и сделаю, на самом деле. У меня там 80% фристайла чистого. Сука, ты знаешь. Хотя... Ну так, да, нормально. Да бля, ну слушай, они все такие, бля. Мутные, но. Ну короче, может вот этих возьмем, которые были тогда. Напиши им, или не надо лучше. Ну да, мутные, ёпта. Нос закинул. Нос? Чё, блядь? Бля, 7 человек, смотри. 8. Салют. Чё, купите мой альбом на iTunes? На свай. Сука. Иди нахуй. Нет, не на свай. Почти. Что-то рядом. 100% купишь? Ну давай, хорошо. Я выпущу это дерьмо. Ну блин. Сейчас 2 недели надо подумать, а потом все будет. 9 человек в салюте. Ну вот, 10. Не покупайте, потому что он скупит все копии. Иди нахер. Не пишите ему, он все равно не скинет. Он сейчас выебывается, типа у него есть мои треки. На чем я еду? На... Сучёныш. Никому ты не скинешь. Здесь человек смотрит, а что, популярный артист, что ли? Ну, есть же без охраны, да? А тебя с охраной сюда. Надо на заднем сидеть просто. На заднем? Боишься, випы ездят на заднем сиденье. Да я чё, я на переднем, я чё, не сожравшийся, понимаешь?
Ну вот. Короче, ладно, пиз. Я твоя охрана, да, это мой шутер, кстати, чуваки. В IMB команда с... Бля, просто собрала.